Ребят, это аккаунт Панды Про. И сейчас мы узнаем, что находится за этой дверью. Погнали, погнали, погнали! Всем привет, дорогие друзья, с вами Демон и Андроид. И Андроид. Ладно, пофиг. Слышишь, какой пофиг? Ты чё, офигел? А короче, мы сегодня будем прокачивать аккаунт подписчиков. И если что, кто не понял, это я, Стёпа Блок. Так, сколько у него тут миров открыто? Подождите. Ип. И зачем ему прокачка? Непонятно. 7 есть, 7. И зачем ему прокачка? Окей, го, посмотрим, как он прокачался. Так, в мастере. И зачем ему прокачка? Окей, давай. Бусты мастере прокачал. Бусты прокачаем. Я удивлюсь, если у него... Ты чего не прокачиваешь бусты мастере? Ну... Вообще, ну... Не, ну... Так, у него нет... Все, мы сейчас ему будем просто прокачивать изи на буст мастере. Тюрип. Тюрип. Мы сейчас нашли легенду. Ребята, мы нашли Назарин старый телефон, он еще включается. Там же этот пройденный уровни все в Geometry Dash. Это такой, это такая старье. Господи, это Honor. Это какой Honor? Мы просто Степа сейчас у меня дома, мы с ним не дискуссируем. Но нет, блин, в подвале, конечно же у тебя дома. Так, погнали. И сколько мы прокачали? Еще 9 левелов не хватило. Ладно, погнали. Что за пэты? Фигня. Ховерборд есть. У него очень мало вот этих вот фэнтези коинов. Так что отправимся ему фармить фэнтези коины. Так, ребят, сейчас мы разблокируем мой старый телефон. Ой, какой он маленький, я не привык. Ага, ты такой по всей школе ходил. Я забыл. Так вот, мы находимся здесь. Это баг, походи, баги. Ребята, вы сейчас точно узнаете этот звук. Это звук. Сейчас, раз, два, три. Вы его знали? Да, погнали. Сколько ему дают с одного сундука? У тебя не все пройдены, у тебя четвертый пройден. Стоп, почему ему так мало дают с одного сундука? Да, кстати, это очень странно. Почему? Мне много дают с одного сундука. Го, перекинем ему на аккаунт с моих пэтов. Го. Чтобы побыстренько прокачался. Я боюсь ему перекидывать своих пэтов. Он может зайти на аккаунт, Сулю. Он может зайти на аккаунт и тебя украсть всех. Поэтому... Так что, ребята, если вы хотите вторую часть прокачку... Ладно, ребят, мы все-таки мы пришли сюда не за фэнтези коинами. Мы пошли все-таки прокачку аккаунта делать. Что лучше сделать? Ему накопить 100 тысяч фэнтези коинов, которые он... Либо прокачать... Ему локации. Прокачать ему локации. Погнали. У тебя открыт вот этот домик, Степа? Степа, у тебя открыт? Да. Ты в этом домике до пиксельной локации дошел? Нет. До Тэча? Да. Я до Тэча не дошел, ты че так быстро? А ты ховерборд забрал? Да, я твое видео смотрел. Стоп, ты уже забрал тэч ховерборд? Нет, не тэч, а ховерборд другой. Окей, ребят, давайте посмотрим, что он...
Ну что я вам могу сказать? Всем привет, ребята, с вами Демон и Андроид. Так. Сколько тут? 3000. Просто не могу. Что у него тут с папетом? Фэнтези коины. Фигня. Так. Остается нам зачаровать несколько пэтов. Погнали. Турип. Так. Открываем. Мы должны за этот ролик прокачать его. Да. Хотя бы одну локацию открыть. Ладно. Давайте. Ты же не против, если мы сейчас тебе немножко геймов тачкоины. Вы сейчас все увидели. Да, я сейчас убью. Ты это понимаешь? Тварь тупая, заломучая. Так, может быть, качнем ему энчант? Итак, кстати, заходите и бейте мой. Телеграм называется ТВ-канал Сёма Влог. Я его рекламирую каждый стрим. Не Телеграм, а мой канал. Твой Телеграм-канал. Не твой подписчик зашел и ушел. Здрасте, до свидания. Я не могу ему пэт зачаровать. Может быть, у тебя везучие руки? Давай, нажимай на этот чанг. Стёпа, у тебя везучие руки? Нажимай. Сейчас проверим. Нет, сейчас. Да. И что нам выпадает? Фигня. Как потерять много геймов? У тебя все куплено. Ладно, давайте посмотрим, как там по мастере. 56-й левел. Мы должны. Хоть мы потеряем все геймы, но мы должны. Фигня. Фигня. Погнали. Скелеты нашего. Если... Тачкоины. The best. Diamonds. Меня слышно? Нет. Ну и слава богу. Фигня. Тоже фигня. Прокачка аккаунта подписчика. Смотри. Не прокачка аккаунта подписчика, а тратим гемы подписчику. Ну, вообще-то, мы эти гемы еще должны прокачать.
А вообще, на самом деле, мы ему этот аккаунт не вернем. Мы этот канал заберем себе. Ладно, шутка, мы не забираем аккаунт. Наконец-то, фэнтези коины. Спустя много лет. Еще мне надо зачаровать ему 2 пэта. Не, ну сам надо, сам зачар... Сам зачаруй своих пэтов. Ты что, сел? Ой. Надеюсь, я сейчас Назар не съест. Этот парень был. Также мама, которая заходит в комнату. Это что такое, мам? Это Дискорд. Даймонд. Так. Стой, подожди. Наконец-то, фэнтези-коины. Сколько раз надо? Коины. У тебя батарея спила. Не надо. Весно. Стой. Он теперь вообще не включается из-за батареи. Если я сейчас ставлю батарею... Фигня. Дизлайк. Фигня. Дизлайк. Наконец-то! Ребят, с крутыми зачарами мы прокачали аккаунт подписчику. Мы еле-еле прокачали аккаунт, который мы не прокачали подписчику. Ребят, что-то у него какие-то слабенькие пэты. Потому что дыр-дыр, снак, дыр-дыр. Что делать? У него очень слабо. Короче, ребята, у меня новая работа у Назара. Я буду петь за фоном, за фоном всякие песни, чтобы вам было кайфово. Так что... Сейчас. Так что сразу могу посоветоваться под... Знаешь, где лучше качаться на нашему подписчику? Не знаю. В этой локации. Он очень... Ну, какой красивый телефончик. Ой, я уронил. Нет, нет. Так, ребят, подождите, мы сейчас быстро. Заходите про камень. Если вы там, то увидите пацана в уборничной и костюме, значит, это я. Кто понял, тот понял. Так. Смотри. А что мы вообще видео так-то молчим? Нужно разговаривать. Так, посмотрим, сколько ему дают. Мне даже больше давали, кстати. Чё? Чигуп. Чего за... Чё за фигня? Мы его пэта прокачали. Фигня. Здесь прокачиваться мы не будем. Так, так, а это что такое, мам? Это Дискорд. Что это такое, мам? Это Дискорд. Так, давай откроем ему секретную локацию. Погнали. И, ребята, сейчас мы узнаем, что находится в этой локации. Мне кажется, для монтажа надо будет... Давай для превьюшки возьму эту фотку, давай. Давай. Скриншот. Для превьюшки. И главный ролик, который будет в монтаже. Так, ребят, сейчас мы узнаем, что находится за этой дверью. Раз, два, три. Вхожу! Секретная дверь. Вау. Так. Что... А что у тебя так-то лагает? Не знаю. Так. Приходи сюда позже. Это подписчики не любят, когда человек лагает. Смотри. Нам сказали приходить сюда позже. Мы сюда позже придем? Нет. Когда рак на горе свистнет, вот тогда мы туда придем. Да, Степа? Да. Мы туда придем, когда ранний горит свистнет. Нам сказали приходить туда позже, но мы туда не придем. А если там будет какой-то портал, мы туда придем. А если не будет портала, то не придем. А если будет ховерборд, то все равно придем. Так, ему надо еще накопить. Знаешь сколько? Сколько? 2 500 000. На следующую локацию. Копить мы будем. 25 миллиардов лет. Не будем. Все видео. Потому что... Потому что Назар играет на этом аккаунте. Назар Про.
Потому что патик это у него фигня. Так что мы возьмем скелетончика. Нам пофиг, сколько он дает. И ребята, я нашел Назара презерватив. Что он от нас скрывает? Ребята, для чего у Назара есть скелетик? Знаете? Ау! Копить на новую локацию? Конечно нет! Ладно, я на этот аккаунт зайду в 3 часа ночи. Я, короче, подписчику этот аккаунт буду прокачивать в 3 часа ночи на автокликере. Нет, как ты думаешь, лучше заняться своим аккаунтом или аккаунтом этого подписчика? Выбирай видео аккаунта подписчика. Может быть. Ребят, короче, если этот ролик набирает 5 лайков, я прокачиваю аккаунт подписчика. Если 10, то свой. В 3 часа ночи. Так если что... честно, это очень много. Ребят, так что я буду заходить в 3 часа ночи. Нет, но я попытаюсь проснуться в 2 часа ночи, чтобы выложить ролик прям в 3 часа ночи. Так что ждите. 3 часа ночи. Так что... А пока мы немножко тут пофармим. Подписчику. Степа, сможешь, будешь ему аккаунт прокачать? У меня ак взломали. А ему аккаунт сможешь прокачать? Так, нам кидают... А, да, я знаю. Спасите! Дай пэтов! Пожалуйста! Все, согласна. Только дай пэтов. Бесплатно. Да согласна. Дай пэтов. Пожалуйста. Пожалуйста, распили меня болгаркой. Окей, дадим гемов мы тебе. Мы тебе дадим 35 миллиардов гемов. Да давай уже. Скорее уже. Да блин. Pet for game. Нас из камер. Давай быстрее. Да. Мы забрали у него пэтов. Ты что, его заскамил? Да, но зачара у пэтов. Фигня. Ну, конечно же, да мы еще будем скамить. Нет, ребят, нам придется заново чарить пэтов. 1 миллион. Держи. 4 миллиона. Давай, выгодно. Стой, подожди. А, он убрал всех пэтов. Выгодно. Выгодно. Он хотел... Выгодно. Выгодно. Пацан, ты что творишь? Выгодно. Выгодно. Может быть, ты ему... Выгодно. Может быть, ты его дашь вообще самому первому. Самый первый питомец. Выгодно. Выгодно? Выгодно. Не выгодно. Давай ему 200 миллионов дадим гемов. Два миллиона, я хотел 200. Да блин, что я даю? Окей, подождите. Окей, давайте. 2 миллиона хардкор покупаем.
Стоп! Невыгодно! Нет! Мы подписчики гемы! Ты ему почти свои гемы отдал. Какой ты лох. Нас заскамили. Ладно, ребята. Нас заскамили. Вот этот чел. Напомните его ник. Нас заскамил. Какой-то непонятный человек. Нас заскамил. Непонятные создания. Гемс. Он просит гемы. Окей. За это я тебе даю. Он хочет купить все гемы. Я тебе за это дам. А ты, кстати, на русском сервере играешь? Вот столько. Забирай. Выгодно. Выгодно. Выгодно? Выгодно. И прикинь, сейчас убирает всех пэтов. А, все. Зато затрейдили челику очень много хардкор пэтов. Да? Да. И потеряем еще много гемов. Так, сколько стоит этот пэт примерно? Давай 150. Так, подождите, мы время. Да блин, что гемы ставить? Вот. Так. Выгодно. Невыгодно. Невыгодно. Это 130. Выгодно. Невыгодно. Выгодно. Все, мы банкроты почти. Потом придется этих пэтов чаровать как-то на даймонд. Окей. А, как ты думаешь, что лучше, пэты или гемы в этой игре? Пэты. Значит, подожди-ка. Это сколько у нас стоит? Получается, 150 будет нормально. Вот. Короче, все гемы. Все, ребят, мы потеряем все гемы. Давай. Выгодно? Давай еще. Выгодно? Нет, нет. Добавляй. Это не хардкор пэт, это мало. Это нечестно. Давай еще. Еще. Не дай бог он сейчас отклонит. Я приду ему домой. Давай отклоним трейд. Нечестный чел. Мы тебе даем все свои гемы. Вот. Мало. Честный обмен или нет? Нет. Теперь честно. Точно? Точно. Я знаю цены. Я нет. Все, мы бомжи сваливаем. Всем пока. И всем пока, с вами был Сёба Блок. И Назар.